8 сентября могло бы исполниться 47 лет Борису Рыжему. Мальчик родился в интеллигентной семье. Отец – профессор, мама – врач. Уже в 14 лет Борис стал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу. Все шло своим чередом. Стихи Рыжего печатались в различных изданиях. Сам он работал в геологических партиях, учился в горной академии, поступил в аспирантуру. Дом, семья, работа – что еще человеку надо для счастья? Вероятно, ответ можно было найти в стихах Бориса Рыжего. Легкий налет грусти и безысходности проступал сквозь его поэзию, заставляя помнить о конечности земного бытия. Клочок земли под синим небом, неприторный и чистый воздух, и на губах, как крошки хлеба, глаза небес, огни и звезды. Прижмусь спиной к стене сарая. Ни звука праздного, ни тени. Земля, она всегда родная. Чем меньше значишь, тем роднее. 8 сентября в нашем регионе властвует небольшой антициклон. Синее небо, чистый воздух, днем прогретый до 20 градусов при слабом северном ветре. Ночью температура воздуха 9 градусов, восточный ветер 3-5 метров в секунду.